Привет. Я же говорил. По смерти смотрим на ребенка. Что закажешь? Нет. Все мои проблемы, эти заговоры. Все из-за тебя. Ты же знаешь, я все потеряла. Из-за тебя. Не надо орать. Повторяю еще раз. Научись сама решать свои знаешь, проблемы. Знаешь что, Вести? Иди нахуй. Не советую с ней связываться. Бестия, есть разговор. Все в порядке. Ты не из наших? Как тебя зовут? Я Ви. И что тебе от меня надо, Ви? Да, это она. Столько лет прошло. Ты только посмотри, сидит себе на диване в посмертии. Сейчас аккуратно. Она тебя насквозь видит. Мне нужна помощь. Хочу кое-кого найти. Кого? Одного крутого инженера, Андерса Хельмана. Он из Арасаки. Секунду. Андерс Хельман. Пробьешь мне его? Ха! Спасибо. Рано благодаришь. Во-первых, моя помощь не бесплатная. А во-вторых, все эти люди. Декстер Дешон, Джеки Уэллс, Типак. Я о тебе много слышала, Ви. Ты буквально идешь по трупам. Скажи, может, тебе просто не повезло? Узнаю, сучку. Спроси ее про Арасака Тауэр. Как меня подстрелили у нее на глазах. Хочешь зачитывать некрологи? Серьезно? Окей. Как скажешь. Джонни Сильверхенд. Погиб в Арасака Тауэр прямо у тебя на глазах. Мне продолжать или... Поговорим серьезно? У тебя железные яйца. Не лучший аксессуар, но тебе даже идет.
Но меня чувствами не проймешь. С чувствами я давно завязала. Дело есть дело. Нужна моя помощь, выкладывай, Эдди. Должно хватить. Угу. Приходи завтра, поговорим. Я к бестии. Она меня ждет. Привет, это снова я. Что там с Хельманом? Два, пожалуйста. Освободи место. Садись. Надеюсь, ты его нашла? Такую целеустремленность редко встретишь. Он настолько тебе нужен? Это вопрос жизни и смерти. Этого я тоже давно не слышала. Бутылку. Не стесняйся, мы. Твое здоровье. Твое здоровье. Оно тебе понадобится. Спасибо, Нильс. Королева по смерти. Кто бы мог подумать? На, держи щепку. На ней. Посмотрим, что ты нарыла. Этот твой Хельман не проходит ни по одной ведомости. Зато он засветился в секретных файлах Цянти. Этот... это кефиговый... Он, наверное... Думаешь, в одном из них будет Хельман? Как я пойму, в каком? Вот подробности по этому конвою. Одно АВИ, поддержки... И это хорошие новости. Сейчас начнется. А что за плохие новости? А плохие новости — их место высадки. Видишь, все это — воздушное пространство Найт-Сити. Понятно. То есть нам тут же отвесит люлей доблестная полиция. А здесь? Нет. О какой технике речь? Ави будет лететь со скоростью 400 км в час. Ты сбивал когда-нибудь такие? Даже отследить его будет трудно. А у этой модели защитная система нового поколения. И без нормального оружия мне останется только махать Хельману вслед. Речь не про оружие, а про способы. Есть люди, которые их знают. Кто-то из местных? Ты знаешь там наемников? Ну... Это мой един... Ви, тут что-то не так. Почему? Панам должна мне помочь. Тут какой-то подвох. Она прокололась. Мягко говоря, провали. Ладно. Окей. Значит. Да уж, пойдем уже отсюда. Спасибо. Удачи. Привет, Панам. Это Ви. Ви? Что за Ви? Откуда у тебя мой номер? Что ты скажешь? Подожди еще немного, пожалуйста. От бести. Рипер сейчас приедет. Круто. Заебись. Сука, ну как так? Почему мы не поехали в клинику? Не знаю, что у вас здесь. Тут безопаснее, чем в клинике. Не знаю, что у меня для тебя делать. Очень рано, но у меня пока хватает. Скажи, что... Так груз и машина. Не хочешь их вернуть? Могу с этим помочь. До встречи. Thank you.
Эй, привет, панам. Ты Ви? Где моя тачка? Узнаешь, если согласишься мне помочь. А, ну охренеть! Ты условия, что ли, мне будешь ставить? Говори, где машина? Охуеть вообще, с тобой всегда так сложно! Только когда меня пытаются накормить говном с лопаты, говори, где машина! И что дальше? Я тебе скажу, а ты типа пойдешь и совсем разберешься? Тебя это волновать не должно, ясно? Послушай меня! Послушай меня! Тебе нужна моя помощь! Я готов помочь, честно! Но сначала решим мою проблему! Ладно. Валяй! Что у тебя? Надо поговорить с одним чуваком. Корпораты везут его под охраной. Нет, похищение это не мое. Тем более на разборке с корпоратами нужно куда больше людей и техники. Там только одно ави. Оно будет пролетать над равниной Джексона. Твою ж мать. Поможешь мне? Скажу, где тачка. И помогу вернуть товар. Идет? Ну, не знаю, я... Черт! Ладно, идет. Только у нас ничего не получится, если мы не вернем мой Тортон. Где он? Машина в руки Риджи. Как я понимаю, ты знаешь, где это. Там и твоя тачка, и товар. Нэш, я тебя выебу и высушу, сраный ты мудила. Ну, поехали в Рокки Ридж. Погодь, мне сначала надо подумать. Черт. Да, нам нужна подмога. Завернем по дороге кое-куда. Расскажешь, куда? Секунду, позвоню заказчику. Пусть пока помаринует этого мудилу. Она хочет с ним договориться за спиной убийства. Смелая девочка. Или тупая, как пробка. Привет, босс. Нэш хочет передать вам груз в Рокки Риджа. Правда, я об этом узнала задним числом. Босс, я с ним разберусь. Только дай мне шанс. Босс, ну ты чё? Сколько я для вас ездила? Хоть раз я облажалась? Я тебе клянусь. После заката? Окей. Нет, встречи не отменяй. Просто не приезжайте, я разберусь. Ты еще спрашиваешь? Само собой. Спасибо, босс, ты не пожалеешь. Все, мне дали время. Ну, куда теперь? В лагерь Альдекальда. Надо повидаться кое с кем из моего клана. Да не то чтобы этому рада. Не твое дело. У меня остались там друзья. Ладно, поехали. Садись. Клевая тачка. Просторная, практичная. Заткнись. Пожалуйста. Как тебя вообще угораздило? Цвет понравился. Освежитель и детское кресло шли в довесок. Ты же знаешь, что я не про тачку. А что я должна сказать? Что я хочу пристрелить напарника, который меня наебал и слился? Что моя фиксерша выставила меня дурой? Ты сам-то? На кой черт тебе сдался этот хер из Ави? У него инфа, которая мне нужна, а у меня не так много времени, чтобы ее достать. Не сказала, что знает про Нэша. Бестия? Вообще без понятия, о чем она думала. Какая же она мерзкая баба. Знаешь что, хер с ней, с бестией.
Чего ты на ней зациклилась? Очень деньги нужны. Она тебя разводит. В городе и без нее полно фиксеров. Но ты-то пришел, потому что она тебя прислала. Но я-то на ней не зациклился. Ты ее плохо знаешь, серьезно. Она не сказала, что это она свела меня с Нэшем. И почему-то совершенно забыла упомянуть, что он из стилетов. Может, она об этом не знала? Да не смеши меня. Фиксер такого класса знает все. Наверное, даже то, о чем мы сейчас разговариваем. Мы с Нэшем были просто частью ее гребаного плана. Вот и все. Бестия просто сука. Нечего ее оправдывать. Ох ты, кого пыльная буря принесла? Это мираж или у меня... Белочка начинается. Да идите нахер. Ну-ну. А это кто? Нянька моя. Ви — это Скорпион и Мич. Мои старые друзья. Привет, парни. Здорово. Каким ветром тебя занесло, городская штучка? В городе стало скучновато. Ты вообще представляешь, как старик психанет, как... Нам нужна пом... Нам очень нужна помощь. Не в этот раз. Мы... Бана... Ты... Только... Да уж, ладно, спасибо. У тебя остался только я. Угу. Ты расстроена? Привет, Панам. Да нет, скорее. Привет, Панам. Не, на пять Панам. Минут. Поболтаем в следующий раз. Сол уже знает? Ага, не твое. Ага, не твое дело. Можешь помочь? А что внутри? Пара мелочей, которые могут пригодиться. Бери. Отлично, это все. Поехали. С Солом помирились? Ты возвращаешься? Ты, похоже, не признаешь авторитетов. Чего? Сначала Бестия, теперь Сол. Он же ваш главарь. Их главарь. Ты вроде как хотела свинтить поскорее. Сол, короче, вряд ли мне бы обрадовался. Что случилось? Мы переехали в Калифорнию только потому, что он обещал нашему клану перемены. Говорил, что мы начнем с чистого листа.
Все. Мы приехали. Что делаем? Готовимся к встрече со стилетами. Времени в обрез, будем импровизировать. Сперва все осмотрим. Может, найдется что-то полезное. Руки Рич мертвее мертвого. Поломано, ничего не работает. Ну что, нашел что-нибудь? Тут ничего не работает. Все отключено. Мы это исправим. Стилеты подъедут только после заката, и тут их будет ждать сюрприз. Надо только подключить питание. Проверим вон ту подстанцию. Окей. Я нашел выключатели, но питания тут нет. Не важно. Смотри, перекресток подключен к этой подстанции. Правильно? На крыше распределить. Если включим свет, тут станет светло как днем. Понимаешь, к чему я? Пойдем по классике. Старая добрая диверсия. Она самая. Во-первых, мы не знаем, много ли их приедет. Скорее всего, целый табор. Во-вторых, надо будет прорваться к моей машине. Если они собьются в кучу, у нас ничего не будет. Тогда устроим на перекрестке маленькое световое шоу. Ага. Вдохнем жизнь в этот пыльный городишко. Пускай поищут, кто это приехал такой изобретательный. Только сперва надо спустить терминал внизу. Без него от распределителя никакого толку. Пошли подключим его к аккумулятору от машины. Живо заработаем. Подождешь меня у подстанции, хорошо? Я сейчас пригоню машину. Если в обход подрубить к источнику питания, должно сработать. Останется только все раскочегарить. Возьми кабели из багажника. Попробуем завести от аккумулятора.
Красный подключен. Погоди, надо тут наверху все подрубить. Готово. Теперь минус. Прощай, старушка. Ты нам хорошо послужила. Все, ток есть. Включи питание внутри, там должен быть терминал. А потом бегом на крышу. Без проблем. Я пойду на башню. Оттуда перекресток видно, как на ладони. Как только я подам сигнал, включишь электричество. Ясно? Так точно. Распределитель подключен. Супер. На перекрестке будет весело. Пойдем на позицию. А теперь ждем. Не забудь включить питание, как только мы их заметим. Окей. Прикрывай меня на всякий случай. Конечно. На моем тортике. Видишь его? Да как его не заметишь? Лучше не светиться. Попробуем сделать все по-тихому. Если что, я начну их отстреливать. Идет? Идет. Будет свет. Зацепи чип от тачки, он уводил их. Видел, что я делал? Чёрт, блин. Теперь придется всех убрать. Пересядь, я поведу. Ладно, ладно. Отдаю руль профи. Наконец-то. Ну, скажи, крутой малыш. Просто мечта. Понятно, почему ты хотела его вернуть. Он меня дополняет. Видишь, справились и без Митча, и без Скорпиона. Не радуйся, еще не конец. Нет. Товар у тебя, машина у тебя. Но я не получила Нэша. Его не было в Рокки Ридже. Этот мудак не приехал. Панам. Слушай, у меня есть план. Нет. Мы собирались найти машину и товар. Мы их нашли. Шестая улица ждет сигнала. Твою мать! Послушай меня! Я знаю, где у них нора. Чуть дальше по старой недостроенной автостраде. Они нас не ждут. Я прямо уверена. Мы не договаривались охотиться на Нэша. Я же думала, что он приедет в Рокки Ридж. А он не приехал. Может, и в этой их норе его тоже нет. Он точно там, Ви. Этот ебучий стилет меня кинул, и я этого так не оставлю.
Он должен сдохнуть. Без вариантов, понимаешь? Ладно. Где там у них логово? Буквально за поворотом. Спасибо. Понимаешь, Нэш? Я ему верила. Он первый, с кем я начала работать после Альдекальда. После переезда в Найт-Сити. Я доверяла этому уроду. Я тебя понимаю. Правда. Меня самого тоже однажды так предали. Ты им отомстил? Не успел. Кое-кто другой оказался быстрее. А если бы успел, ты бы отомстил? Конечно. Без вариантов. Скоро все кончится. Ну что, вперед? Пизда ему. Как ты там сказала? Научись сама решать свои проблемы, правильно? Нэш мёртв. Одна проблема решена. Ты довольна? А что с товаром? Нэш его уже не доставит. Но если вежливо попросишь, я, наверное, смогу помочь. Помочь? Не заплатили вперед, дорогая. Но спасибо за предложение. Я уж думала, не забыла ли ты о делах, пока играла Вендетту. Сука. Поехали отсюда. Бестия, конечно, жжет напалмом. Расчетливая, циничная сука. А раньше была добрая и ласковая, да? Да. Привет, босс. Товар у меня. Эй, обижаешь. Давай встретимся у мотеля Sunset. Я знаю, что ты не шутишь. Конечно, я приеду. Все, встречу я назначила.
Добьем сделку и займемся Хельманом. Идет? Звучит неплохо. Они здесь. Говорить буду я. Что-то не так? Нет. В смысле, надеюсь, что нет. Привет, босс. Панам! Как там Нэш? Не могу до него дозвониться. На твоем месте я бы ему больше не звонила. Нет смысла. А ты, девочка, не промах. Уважаю. А это кто с тобой? Бонус? Работаем вместе. Да ты меняешь напарников, как перчатки. Держите, товар первоклассный. Ага. Ну, порядок? Проверь счет по нам. Через пару минут он тебя приятно удивит. Спасибо, конечно. Но разве не бестия должна мне платить? Ты норм. Заслужила себе на чай. Поехали. Все нормально. Ну что, пойдем выпьем? Просто день не задался. Стилетов выкосили, шестой улице угодили. Хороший день для Панам Палмер. День еще не кончился. Может, ты меня... Эй! Привет, Ноа. Привет. Что, новые дела? А ты... Получаешь от жизни все, что... А что если сбежать далеко-далеко и начать собственный путь? Не бежом, а просёлок Космос на 7-2-9-9... Два брозыха. Пока все. А что ты привезла для шестых? Что за груз-то? А ты не видел? Баллоперидол. Лекарства для киберпсихов. Они их про... Ну да. Ну, значит... За твоего тортика. Спасибо за все, напарник. Еще одно можно? Спасибо. Здорово. Ну ладно, переключаемся на мои проблемы. Что на... Я... Проще... Возьмемся за работу около полуночи, чтобы А может, снимем одну комнату? Пожалуй. У Ноа в каждом номере по две кровати. Как раз сэкономим. Я не это имею в виду. Да? А что ты имеешь в виду? Ну... Я рад, что мы познакомились, поэтому... Я тоже рада, Ви. Это мог быть очень тяжелый день, но благодаря тебе все прошло хорошо. Ну, может, мы... Ну, как-то отметим это дело? Конечно, почему нет? Можем и отметить. Но не сегодня, я просто падаю с ног. Но мы возьмем одну комнату на двоих. Только на эту ночь. Пойду посплю немного.
Наконец-то начинаю немного отходить. Наверное, упаду в кровать и сразу усну. Тебе тоже лучше отдохнуть. Это только начало. Само собой. Доброй ночи. Угу.